Зашибись. Стас, ну-ка, присядь-ка или что-нибудь такое. Надо фотоику. Джемпер. О, солнце вышло, надо прыгать. Давайте быстрее. Ну, солнце ему. Очень страшно. О. Огонь. Да, блядь, ебал скользить. Прям как гольф такой, короче. Держи время. Полетели. Ну чё, ты готова? Сейчас, секунду. По-моему, к этому никогда не бываешь готовый. В целом, да. Подожди, это а как отталкиваться от чего? Хорошо отталкиваешься, вперед выпрыгиваешь и все. Вот, ну, не, прям не хорошо выпрыгивай вперед. Ничего. Как удобно. Да. Как удобно. Фух. Давай, ладно, сейчас. Угу. Хорошо, хорошо. Все готово? Нет. А что давать? Я же должна это сделать, должна. Ладно. Главное, хорошо бы оттолкнуться. Саша, давай. Солнышко уходит. Солнышко уходит, и Саша тоже уходит в горизонт. Давай на счет три. Раз, два, три, и начнешь считать. Окей. Раз. Два. Ready, set! Подожди! Я начинаю читать кавач. Что так стрёмно? А меня выпнуть отсюда никто не сможет? Ну, я могу себя толкнуть. Что ж такое? Что за ступор? Что за говно? Надо собраться. Прыжок веры. Дольше тупишь, тем страшнее. Да. Хорошо, давай. Да я сейчас. Ready? Сядь, я могу присесть? Да, чуть толкнуть. Приседаешь и хорошо выпрыгиваешь вперед. Как в Катьке. Просто, просто. Да в Катьке плохо все было, ты сам сказал, скучно. Давай. Ready, set, go! Пошла, пошла, пошла! Это божественно. Это просто круто. Ваня, лезь быстрее. Теряешь драгоценные минуты. Это просто супер. Я не знаю, оно не хочется кричать. Ты смотришь просто. Ты просто смотришь и любуешься. Ну, не сегодня. Крики были в душе. Thank you.
веревочку-то эту портите. А то, что она там застряла, это нормально? Да нужно ее убрать оттуда. Да она уже не уберет. Давай, вставай, ты на эти ветки, ёб твою. Да я не стою. Сильно прям отталкивайся. От самого дерева, от ствола отталкивайся ногами. Вот за счет того, что она туда, она между сюда и в эту сторону не хочет. Просто от самого ствола ногами отталкивайся, как на скалу. Я там была, думаешь? Вот оно... Ну, отталкивайся, да, просто слушай. Ногами, качайся, делай что-нибудь. А-а. Нет, она в дереве. Нет. Я в дереве, она да. Нет, еще. Скажи, пусть они просто тупо спускают, мы ее сами выведем из деревьев. Спускайте, спускайте, мы ее снимем. Вот оно дальше не это. Короче, там что-то застряло. Ну, все равно потом весом должно спуститься. Саша, ау. Посмотри, у меня вот так вот на камере стояла дырочка есть. Нажми на нее. Такая дырочка. Вот это?